Пива до ВДНХ. Встреча у нас будет у фонтана Дружбы народов. Сегодня у нас будет два вида транспорта. Это метро и электробус. Сегодня мы посмотрим, кто приедет первым. Но обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал Каравал Никита. Вы найдете в описании, подписывайтесь на него. Ну что, сейчас мы будем крутить рулетку. Итак, ребят, сейчас мы будем крутить рулетку и решать, кто на чем поедет. Никита, крути рулетку. Надеюсь, мне электробус останется. Что же выпадет Никите? Электробус? Сюда! Сюда! А я еду, получается, на метро. Сюда! Ну что, ребят, давай. Удачи, Никит. Скоро мы начнем гонку. Окей. Итак, ребят, время 13:00, гонка начинается. Никита идет на электробус, я на метро. Ну что, давай, удачи. Давай. Давай. Все, я иду на метро. Сейчас мы поедем до станции Владыкина. Там пересядем на Московское центральное кольцо. Потом доедем до Ботанического сада. Там на метро на Калужско-Рижскую линию. И до ВДНХ. Потом выходим, идем на ВДНХ. И там к фонтану. Мой электробус должен приехать. Как раз таки он в 13:00 запланирован. Так что ждем. Это он? Нет, это там обкатка какая-то автобуса. Погнали. О, там наш поезд уже стоит. Погнали. О, успели. А народу довольно много. Вот сейчас мы до Владыкина едем. Вон какой-то стоит. Возможно, это мой. Да, это мой. ВДНХ – главный вход. Что, ребят, мы на станции Отрадная. Отрадная? Ага, и сейчас мы будем перебегать в 8-й вагон. Успеем! Yes! Осторожно, двери закрываются. Успел. Следующая станция Владыкина. Все, следующая наша. Успели. Ильинская улица. Ну что, ребят, я прибыл на станцию Владыкина, и сейчас мы будем делать пересадку на Московское центральное кольцо. Но бежать я не буду. Бежать нам незачем, мы никуда не спешим. Я только бежал, когда восьмой вагон переходил. Пойдемте пешком тогда. Выходим.
А вот выход. Тут автоматы. Здесь метро, из которого мы только что вышли. А вот МЦК. Стандартная улица. Стандартная улица. Все что угодно может быть стандартным. Золотой стандарт. Идеально. Просто дерево мне вид закрывает. Бесплатная пересадка. Погнали. А, все, мы не успеем. Ну что? Будем ждать следующую. Ничего страшного. Вот МЦК Владыкина. Все, погнали. Все, вот она, наша ласта уехала. А через сколько следующий, интересно, будет? Давайте подойдем, посмотрим. Стоп. Че, угораете? 6 минут? Вы угораете? 6 минут мне ждать эту гребаную ласточку? Да вы совсем охренели, что ли? Алтунгинское шоссе, дом 24. Короче, ребят, там прибывает ласточка в сторону окружной. Ну и там наша. Вот она там. Вот. Короче, сюда ласта уже приехала. А там только едет. Вот она, ласта. Если честно, не знаю, куда идти, поэтому сяду в середину. Вагон тишины. Ну ладно, давай в вагон тишины зайдем. Погнали. Там ласта уехала. Все. Давайте сядем куда-то. Вот сюда. Вот, все. Идеально. Поехали. Кстати, вагон почти пустой. Главный вход ботанического сада. Ну, в принципе, вот и он. Следующая остановка – ботанический. А вот еще один вход. Ну что, ребят, мы прибываем на ботанический сад. Еще погнали. Получается. Да, говорил, не так уж много народу. Ну да. Там еще ласта приехала. В сторону окружной. Все, погнали. Все. Let's go. Все, идем, получается, на метро. Блин. Следующая станция у ласточки Ростокина. Все, пойдем. Народу тут довольно много, честно вам скажу. Оранжерея ботанического сада. Отдельно? Вот это если после. Следующая остановка. Вот и все, ребят. Мы пришли. Теперь осталось только спуститься и доехать до ВДНХ.
далее. Ну что, погнали. Бесплатная пересадочка. Все, идем на станцию. Ну что, ребят, мы на станции, мы просрали свой поезд. Классно. То просрали на МЦК, ждали 7 минут, то здесь в метро просрали. И сколько нам теперь ждать? Мне интересно. Короче, давайте сядем на эту лавочку и посидим, подождем поезд. Но он должен уже скоро приехать. Улица Кашонкин-Лук. Вот и телецентр. Ну что, ребят, на станцию приходит Москва-2020. И она, кстати, на станции Новой Черемушки. Ребят, имба, поезд до станции Новой Черемушки. Двери закрываются. Следующая станция. Поехали. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Следующая ВДНХ. Поезд следует до станции Новой Черемушки. Вот Останкинская башня. Останкинский пруд. Следующая остановка – улица Академика Королева. Станция ВДНХ. Все, ребят. Мы приехали на нашу станцию ВДНХ, но это еще не все. Нам осталось пройти на территорию ВДНХ и дойти, ну или добежать до фонтана Дружбы народов СССР. Вот это Москва 2020 появляется. Ну что, удачного тебе захода в депо. А вот и наш выход. Погнали. А вот еще один Т-73. А между тем будет уже музей космонавтики. Короче, я приехал. Все, выходим. Во! Что? Идем в ВДНХ. Тут электробусы едут, автобусы еще. Вот такая вот Москва. Вон там уже ВДНХ. Все, погнали. А вот станция монорельсово-выставочный центр. Ну что, ребят, вот мы и подходим к арке ВДНХ. Потом нам через тот павильон надо будет пройти. И там фонтан. Место финиша. Мне кажется, все-таки выиграет электробус, потому что мы просрали ласту и ждали ее 7 минут. А потом еще мы просрали поезд на Ботаническом саду. А это еще дополнительное время. И еще я чуть не опоздал на поезд на станции Биберева. Это я не записал, но тогда перебегал в 6-й вагон, в конец, потому что там пересадка на МЦК. И, короче, меня зажало дверьми, потом открылись, и все нормально. Надеюсь, мы первые. Гостиница «Космос».
вон он, я его уже увидел там, в ВДНХ. Ну что, ребят, заходим на территорию ВДНХ. Там ведутся строительные работы. Все тут ограждено. Здесь раньше был тоннель выставки «Россия». А месяц назад выставку «Россия» закрыли. И все. Там Останкинская телебашня. Идем, получается, к фонтанчику, который находится где-то там вдалеке. Нам нужно этот павильон всего лишь пройти, как я и сказала, и будет фонтан. Кстати, персонал место. Вот он. Ну что, ребят, вот и павильон Союз Советских Социалистических Республик. А там как раз-таки и тот фонтан «Дружба народов». Вот вы можете заметить, там фонтан. И вот у него у нас и будет как раз-таки встреча. Наслаждайтесь видами ВДНХ. А вон ЖК «Триколор». На самом деле финиш у нас не совсем возле фонтана «Дружба народов», а у заднего входа в первый павильон. А он как раз-таки находится рядом с фонтаном. Ну что, ребят, вот этот фонтан «Дружба народов». И сейчас мы будем спускаться, и там у нас уже будет встреча. Ну все, ребят, мы пришли к месту финиша. Ну что? Вот павильоны СССР. Что? Че, первые? Мы выиграли. Офигеть! Мы реально первые, прикольно. Вот фонтан «Дружба народов». Все. Ребята, я приехал первый. Все, я выиграл. Хотя я просрал и ласточку до МЦК, ждал 7 минут. И еще на ботаническом саду не успел. Еще 2 минуты ждал. Я первый. Прикольно. Остановка ВДНХ, главный вход, конечная. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не помните. А что они с зонтами ходят? Всего вам доброго. Ну что ж, вот мы и вышли из Т-73. И сейчас направляемся в сторону главного входа ВДНХ. Вот он. Да. 1 августа ВДНХ 85 лет. Исполнилась вот скульптура. Красота. Холодненькая. Сразу свежо стало. Короче, мы тут уже 2 минуты на финише. И получается, ждем Никита, когда он приедет на электробусе своем. Т-73. Я думал, что электробус выиграет. Но нет. Выиграла метро. Это победа. Окей. Вот как раз первый павильон. И нам нужен задний вход. А еще недавно на ВДНХ открыли канатную дорогу. Планирую на ней прокатиться когда-нибудь. Вот она.
Вон там павильон «Космос». Мой любимый. Итак, ребят, я 7 минут уже на финише. Никиты не видно, не слышно. И все такое. Надеюсь, он там не заблудился. Потому что тут несложно идти к этому фонтану. Вот к этому. Потому что народы. Такой вот фонтан, короче, красивый. Его несложно найти. Он у этого павильона Союз Советских Социалистических Республик. Красивое место в ВДНХ. Как говорится, кто на ВДНХ не бывал, тот Москвы не видал. Что, Никита? Уже вижу этот фонтан, но пока там никого не вижу. Так, тут никого нет. Сейчас подойдем к фонтану и будем там искать. Фонтан классный. Ребят, смотрите, там Никита идет. Не заблудился все-таки. Здорово. Ну что? Я тут, короче, 13 сколько минут стоишь? Стою. Короче, у красивого фонтана мы совершаем гонку. Кстати, ты где не заблудился там? А? Ты нигде не заблудился, никаких фейлов не было? Не-не. Я, короче, на станции Владыкино. Короче, перед моим носом уехала маска. Я ее просрал, 7 минут ждал. И еще просрал поезд на станции Ботанический сад, и еще 2 минуты ждал. Еще на Биберево, когда я перебегал в 8-го года, еще на Биберево. Ну, зажал... ну вы, конечно, у меня никаких таких фейлов не было. Ага. Единственное, у меня опоздал электробус на целых 5 минут. А, бывает. Вот, короче, у таких красивых мест у нас финиш. Что с камерой? О, все, сфоткал. Короче, интервью тебе дает. Ну все, получается, гонка завершена. Все классно. Ну что, ребят, гонка завершена. Мы находимся у фонтана ВДНХ. Ну что, подводим итоги. Первым приехало метро, то есть я, а вторым приехал электробус, то есть Никита. Ну мне кажется, то, что 500, там маршрут выгоднее намного. Который ходит по территории ВДНХ. Ага, но я решил все-таки использовать метро, потому что 533 там не 20 минут. Зато из электробуса, из окон электробуса открывается прекрасный вид. Ага. Ну что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также на канал Никиты. Ждите новый город. Совсем скоро выйдет уже 4-я часть, а потом 5-я. Ну что, всем удачи, всем пока-пока!